Трое боевиков, планировавших террористические преступления, задержаны в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета НАК, передает ТАСС. При осмотре места задержания преступников обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Задержанные планировали террористические преступления на территории Дагестана. Глава республики Сергей Меликов сообщил, при контртеррористической операции была обеспечена полная безопасность мирных жителей, пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Он также подчеркнул, что боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления мер безопасности после теракта в Крокусе. Напомним, что режим контртеррористической операции был объявлен утром 31 марта на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска.